Акция по борьбе против рекламы наркотиков прошла в Махачкале. На фасадах зданий и других сооружений закрашивали ссылки лично председатель городского собрания депутатов Марис Ильясов и министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов, а также депутаты молодежного парламента. Отмечу, что уже на протяжении нескольких лет парламентарии столицы ведут упорную борьбу с распространением психотропных веществ и регулярно удаляют нелегальные объявления со стен городских построек.